Ежеквартальный форум «Управдом», на котором собрались представители ассоциации председателей МКД и старшие по домам, начался с приятного события. За профессионализм и большой вклад в развитие ЖКХ почетными грамотами отметили представители водоканала и Одинцовской теплосети. А вот за активную позицию в этой сфере наградили членов окружного отделения ассоциации. Спасибо. Как говорят в таких случаях, служу народу. Поощрили и самых творческих жителей. Это участницы муниципального этапа конкурса «Парадный вход». Эльвира Казачинская победила сразу в двух номинациях «Мир вокруг меня» и «Настроение в красках». Преобразила подъезды жилых домов в селе Перхушково. В одном теперь живописный лесной пейзаж, в другом старая добрая городецкая роспись. Стилистику выбирали сами жители. Спасибо за то, что заметили. Я надеюсь, что принесла радость своей работой. Думаю, нам долгие годы. Все, кто будет проходить, улыбаться лишний раз. Настенную живопись художницы высоко оценили жители, которые обращаются к Эльвире с просьбой вдохнуть новую яркую жизнь и в их подъезды. Разные стили, разные краски, разные настроения солнечные. Я думаю, сделать что-нибудь такое интересное в графике. А вот еще одна победительница конкурса – Наталья Максимова, которая взяла первое место в номинации «Мир вокруг меня». Ее творчество украсило подъезды в селе Каринское. Милые сердцу деревенские пейзажи и сказочные мотивы покорили всех. Теперь от желающих расписать стены подъезда нет отбоя, и Наталья решила продолжить работу. Жители сказали, что-нибудь такое из природы, легкое, нежное, красивое. За участие в конкурсе художницы получили денежное поощрение. Их работы поборются за победу на областном этапе конкурса. Но мастерицы на этом не остановятся. Примут участие и в следующем году. После награждения участники форума обсудили также порядок перехода на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями и ряд других вопросов. Влада Шишова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».